Поставили задачу по высадке тактического воздушного десанта. При подходе к аэродрому, выходе на боевой курс, по ведущему была пущена ракета ПЗРК. Я увидел момент пуска, точку пуска. И при отходе ведущего с боевого курса, так как по нему сработала ракета, он уходил от нее, я выполнил маневр и уничтожил расчет ПЗРК пушкой 30 миллиметров. И далее мы уже работали звеном, встали так называемую огненную карусель, это афганский вариант, когда всегда на боевом курсе есть вертолет, который ведет огонь. И я думаю, вот тем самым мы внесли сумятицу в войсках противника. При подходе уже десантной группы никакого огневого воздействия уже не происходило ни по десантным вертолетам, ни по нам. Нами были уничтожены на тот момент огневые точки на КДП, находящиеся в окнах, крупнокалиберные, я так понимаю. При высадке десанта мной был замечен в леске минометный расчет, который ударом неуправляемыми авиационными ракетами также уничтожил. Ведущий десантной группы Ми-8 после высадки десанта пошел забирать вертолет, экипаж К-52. Местонахождение он его не знал, а я уже видел его до этого. Я вывел вертолет Ми-8 на экипаж К-52, прикрыл его, когда Ми-8 забирал экипаж. И по окончании задачи выполнили возврат без потерь. Спецоперация также был уничтожен мною БТР. И на одном из отходов с боевого курса, по мне, крупнокалиберным оружием нанесли повреждения, перебили шланг вспомогательной гидросистемы выпуска шасси. При посадке, уже после выключения, обнаружили, что половина основной гидросистемы также ушла через поврежденную магистраль вспомогательной гидросистемы.